Спасибо. Так. Я, наверное, лучше стану с этой стороны. В принципе, здесь ничего такого. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Александр. Я сегодня хочу с вами совершить путешествие в прекрасную страну, в прекрасный мир. И начнем мы с одного очень интересного города. Ну, я думаю, что вы все знаете, что это такое, объяснять особенно не надо. Это вот штуки, которые есть внутри компьютера. Если вы посмотрите на это под другим углом, знаете, это похоже на город. Для меня это похоже на город, особенно если порассматривать как-нибудь так, можно походить там по улицам. Вот. Ну, я бы даже сказал, что это не совсем город, а некая промзона, да? Потому что на самом деле в центре этого города находится гораздо большее поселение и более плотное. Называется оно процессор. Если мы снимем с процессора крышку, мы там увидим вот такие вот штучки. И если мы к этим штучкам присмотримся, мы там увидим совершенно просто дивный новый мир. Я сейчас хочу вам немножко рассказать о том, как процессор работает. Его населяют такие существа, как байты, и они там живут по определенным своим законам. Сейчас мы эти законы будем изучать. Я думаю, что вы легко поймете материал, и после этого для вас не будет больше тайн. А куда? Назад. Сейчас, я сам F12. Антон, F12 нажми. Да. Все, отлично, окей. Значит, смотрите, ребят. Вот это у нас процессор, да? Это у нас процессор. И вокруг него мы видим ленточки. Мы видим ленточки, ленточку входящих, ленточку памяти и ленточку исходящую. На самом деле все команды, которые мы будем подавать в процессор, мы будем писать на вот этой вот ленте. Процессор все видит через некоторые окошки. У него есть окошко, которое видит кусочек ленты входящей, у него есть окошко, которое видит кусочек ленты памяти, и есть окошко, которое видит кусочек ленты out. А также у него есть еще два своих собственных окошка, temporary и аккумулятор. Ну, временное окошко и аккумулятор. Эти окошки он может, собственно, использовать по своему усмотрению. Байтики, они там могут жить. Они могут сюда поселяться и здесь быть. Находиться столько, сколько им вздумается. Точно так же ленты памяти. Здесь куча свободного места, как вы видите. Там тоже могут жить байтики. Здесь они тоже могут жить в каждой клеточке. Ну, а здесь мы их населяем изначально, чтобы понять вообще, вот они выходят из дома и чего они делают. Ну, так. Смотрите, какая штука. Вот на этой ленте у нас могут жить два вида байтиков. Это менеджеры и простые байтики. Простые байтики — это числа. У нас ситуация так складывается, что когда процессор видит простой байтик, он мгновенно его копирует вот сюда. И здесь он появляется, его копия. Если процессор видит управляющий байтик вот такого характера, то он, собственно говоря, его тут же начинает, он тут же его выполняет, он тут же делает то, что тот ему указывает. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем поэкспериментировать сейчас. Я сделаю. Так. Так. Здесь у нас, благодаря, я хотел бы поблагодарить ребят из Web Manufacturer, которые сделали очень много, чтобы написать этот эмулятор. Антон, нажми F11, пожалуйста. Вот смотрите, вот у нас здесь есть ленточка, да? Так, куда это я уехал? Что произошло? Ага, хорошо, да. Значит, слева мы видим ленточку, вот, на которой у нас живут байтики. Если мы сейчас начнем нажимать на кнопочку, то процессор будет потихонечку что-то делать. Ну, давайте начнем. Вот мы нажимаем 1. Ну, как мы видим по механике работы, байтик сразу попадает туда. Теперь мы видим байтик 4. Соответственно, если мы его выполним, то опять же он попадет туда же. И сотрет то, что там было до него. Тут, в принципе, все понятно, да?
Хорошо. И тут мы встречаем байтик менеджер TA. У нас есть 4 группы управляющих команд байтиков. Группы, которые состоят из двух букв, типа TA, TB, там, TO, TM, там, MO, MI, TA, AT. Это все команды, которые просто копируют байтики из одного места в другое. Вот смотрите, вот в данном случае, как вы догадываетесь, эта команда должна скопировать байтик отсюда сюда, правильно? И она сейчас это сделает. Вот. Мы сразу видим, что 4 больше 0. Это очень ценная для нас полезная информация. Теперь мы видим байтик 1. Соответственно, он сейчас перетрет то, что находится в Т, потому что по условиям сразу туда попадает. Теперь у нас есть еще одна группа команд, состоящих из 3 букв. Это команды арифметические. Это команды. Все команды на самом деле перечислены вот здесь. И я думаю, просто, может быть, если я сейчас получится у меня сдвинуть это все на. Да. Может быть, так лучше будет видно. Отлично. Все команды из 3 букв — это математические команды. Что делают математические команды? Они складывают числа, которые находятся вот в этих двух окошках, и, ну, складывают, вычитают, умножают, делят и кладут результат сюда. Sub — это сокращение от английского слова subtraction, почитание. Соответственно, сейчас мы должны из 4 вычесть 1 и положить результат в A. Где моя мыша? Моя мыша. Вот она. Вот. Ну, как видите, все отлично. Теперь у нас есть две команды, которые выпадают из общего вида. Это GM и GI, как вы видите. Это не обычные команды, это команды, которые отвечают за перемотку лент. Ленты I и ленты N можно перематывать, memory input. Значит, в данном случае, и перематывают они их на определенное количество шагов. Количество шагов у нас задается вот здесь. В данном случае здесь один шаг, и если мы сейчас нажмем, мы увидим, как лента M перемоталась на одно число. Лента I автоматически при выполнении команды всегда перематывается вниз на один шаг. Теперь у нас команда AT, которая, соответственно, должна скопировать число из A в T. Вот мы ее копируем. И теперь мы видим команду TO, которая должна наконец-то нам вывести что-то на ленту O. Она выводит. Лента O, она тоже всегда автоматически сдвигается вниз при любом действии с ней. Теперь мы видим команду TM. И по логике вещей, вообще-то, мы должны скопировать троечку в M, насколько я вижу. Вот, копируется. Хорошо, вчера не копировалось. Так, минус 7. Минус 7, число должно попасть в T, да, вот просто минус 7. И теперь мы видим, в принципе, обычную команду GI, которая, по идее, должна перемотать вот эту ленту. Но что-то с ней не так. У нее есть какой-то вопросик и что-то там такое. Если мы посмотрим вот на эти кружочки, мы поймем, что эти кружочки реагируют на какие-то условия. В частности, они зависят от того, что какое число у нас лежит в A. Если у нас в A лежит число 3, активируется этот кружочек. Если там был бы 0, активировался бы центральный. Если бы там было бы число меньше 0, активировался бы этот. Так вот, вот эта вот добавочка позволяет, ее можно приписывать каждой команде, каждому управляющей команде. Если это условие сейчас активно, если оно выполняется, то тогда команда будет выполнена. Если условие не выполняется, команда просто пропускается, игнорируется. Она не имеет власти, так сказать, над нашим процессором. Ну, в данном случае, как вы видите, условие у нас выполняется, потому что 3 заведомо больше 0. Да. И мы сразу попадаем на минус 7 шагов назад. Там в Т было число минус 7, я, извините, немножко пропустил, но мы сейчас туда вернемся. Ну, поехали снова. Теперь у нас снова здесь единичка. Теперь что? Мы должны вычесть из 3 1, правильно? Мы вычитаем из 3 1. А теперь мы должны подвинуть ленту M на количество шагов, которое лежит в T. Мы двигаем ее.
Теперь мы должны А скопировать в Т, да? То есть вот это вот скопировать сюда. Получим вот так. Ну, дальше мы выводим это на ленту ТО. Дальше мы должны записать в окошко N. Дальше мы пишем число минус 7. Условия пока выполняются. Соответственно, сейчас G выполнится, и вы видите, снова на минус 7 шагов она отмотает ленту назад. Ну, соответственно, давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она сюда и придет. Опа! Мы туда попали. Отлично. Теперь у нас там 1, там в аккумуляторе лежит 2. Мы опять вычитаем, опять... Проматываем память, опять АТ, опять ТО, опять ТМ, опять минус 7, опять условие выполняется. И снова, значит, мы все это делаем. Интрига, да. Минус 7, мы дошли до GE, условие у нас уже не активно, соответственно, команду мы сейчас пропустим и выполнять ее не будем. Следовательно, мы пойдем к следующей команде. Следующая команда у нас 0, которая выводится на ТО и на этом радостно завершает программу. Это не все. Если у меня осталось еще время, у меня осталось время. Мы с вами рассмотрим более интересную программу. Я просто думаю, что вы уже люди опытные, вы прекрасно уже разбираетесь в мире, так сказать. Антон, нажми F11, пожалуйста. В мире животных байтов. Зверюшек. И мы сейчас с вами попробуем нечто более интересное. О, блин, да мы сейчас до 3D-шутера, шутера так дойдем. Конечно. В данном случае наша программа будет делать что-то осмысленное. То есть батарейки, которые мне продали в магазине вместе с мышкой, не вытянули даже... У меня есть запасные батарейки, только их нужно достать из рюкзака. О, батарейки. Не, мне нужно... Сейчас, ребят, 2 секунды, я прошу прощения. Нет, батарейки заработали. Видимо, они отошли, наверное. Может, далеко от устройства? Ну, возможно, да. Возможно, плохая проходимость. Может, нейтрон какой-то пролетел, не знаю. Вот. Излучение. Да, это ионизирующее излучение. Но иначе как? Вы же знаете, что мы живем с радиацией, радиация живет с нами. Вот. Так куда ты? Иди сюда. Во. Да не бойся. Он не кусается. А, ура. Так, а это у нас что? Это у нас флюктуации вакуума? Ну, на то похоже, да, хорошо. Хорошо. Квантовый эффект, да. А, значит, ну, начнем мы... Да, мы начнем вот все равно. Ну что ж, ладно. Подвела меня мышка. Значит, смотрите, мы выполнили что? Мы выполнили команду 0. Дальше мы выполнили команду TM, которая нам 0 записала в память. Теперь у нас 4. 4 сейчас пойдет. Ну, это я просто... Мышка, я же говорю. 4 у нас записалось в аккумулятор, да, то есть сначала оно пошло в Т, потом записалось в аккумулятор. Можешь сделать рефреш. Да, я прошу прощения, я все-таки сделаю то, что у меня технологический, так сказать, да, проблем. Вы пока можете... Оценить тонкую уровень лекции про компьютеры, сошли с ума компьютера. Влияние радиации на работу. Так. А меня тех даст? Да, да. Это все ГМО. Мы же была лабораторная. Хорошо, сейчас. Сейчас. Господа, секунду, я прошу прощения.
А вы реально на скорости чините? Это вообще очень. Нет, давай так. Это программа. Это правда программа. Сейчас копируют программу. Процессор. Знаешь, блядь, 11, пожалуйста. Контролая. Извините, кончились за минуту. Моя любимая. Так, отлично. Замечательно и прекрасно. Мы ее победили. Ну что ж, сейчас мы быстро пройдем, поскольку все, в принципе, уже, я думаю, всем понятно. Так, теперь мы, значит, Т скопировали в Н. Сейчас будет четверочка, она пойдет в Т, потом идет Т, она идет в А. Потом прошла единичка, и теперь мы должны сделать саб. Мы делаем саб. В принципе, первая часть программы очень похожа на ту, которая у нас была до этого. Теперь мы А помещаем в Т. Теперь мы Т выводим на О. Теперь мы в Т пишем единичку и двигаем ленту памяти на единицу вправо. Но тут сейчас будет несколько иначе. И теперь у нас команда АМ. Соответственно, она должна из А поместить число в М, правильно? Она помещает туда число. И почему-то она ленту памяти возвращает на единицу назад. Здесь будет интересно. Сейчас мы пишем М в Т. Видимо, расстояние. Уже нет. Вытащи и включи донгл, не знаю. Встав. Сейчас я мышку попробую включить, выключить. Есть еще. Мышей-то у нас. Уже две столовые. О, мы можем попросить Антона щелкать. Стоп, хорошо. Антон, да, ты можешь тачпадом просто щелкать на... Не тачпадом, а кнопочкой рядом с тачпадом. Я буду говорить раз, и ты будешь щелкать. Так, теперь мы А записываем в М, да? А, раз. Теперь единичку пишем в Т. Теперь мы должны подвинуть ленту памяти. Теперь мы пишем из М в А, поехали. Теперь минус 1, поехали. GM, поехали. Теперь минус 18, поехали. Так, что тут у нас? Вопрос П, да? Все вроде хорошо, значит, мы должны вернуться на сколько? На 18 шагов назад. Поехали. Вернулись. Теперь у нас единичка. Поехали, отнимаем. Поехали дальше. А, Т. Так, Т, О. Дальше. Единичка. GM. Чуть помедленней. Минус единичка. GM. МТ. АДД. Теперь из А пишем в М. Поехали. Так, теперь единица. Теперь Jump Memory. Теперь memory-аккумулятор. Теперь минус 1. Теперь jump memory. Теперь минус 18. Теперь что у нас? P больше 0. Опять вернулись на 18 шагов назад. И поехали дальше. Поехали по чуть-чуть. Секундный интервал соблюдай между командами. Так, поехали, 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 поехали. Задержись немножко. Так, теперь мы снова возвращаемся. Возвращаемся, теперь последний цикл бы опять медленно. Так, у нас единица. Единица идет в Т, правильно? Поехали, саб. Теперь мы отнимаем из А Т. Теперь... А пишем в Т, теперь Т пишем в О. Поехали. Теперь единичка GM, это перемотать ленту на единицу. Мотаем. Да, поехали. Так, теперь А пишем в М. Теперь минус 1 пишем. Теперь обратно мотаем ленту памяти. Теперь выводим М в Т. Теперь складываем.
Теперь А пишем в М. Теперь единица. Возвращаемся обратно по ленте памяти. Теперь выводим это в аккумулятор. И теперь снова перематываем ленту памяти назад. Но теперь у нас уже условие не выполняется. Поехали. Дальше. Ура! И теперь мы М выводим в Т. И Т выводим в О. Смотрите, что у нас получилось. Мы получили ряд чисел, которые мы задали в самом начале. Мы задали число 3, и мы получили ряд чисел и их сумму, что самое интересное. Программа нам вывела ряд чисел и их сумму. И это число. Ну и я тогда немножечко объясню, как этот фокус произошел, как во втором случае мы так вот хитро сделали. Смотрите, мы в этом случае использовали ячейку памяти, вот первую ячейку памяти. Вы помните, мы все время двигались туда-сюда, туда-сюда. У нас, поскольку кармашков не хватало, то есть мы ее использовали как кармашек. То есть что мы делали? Когда нам нужно было число отсюда запомнить куда-то, мы просто, грубо говоря, двигали память, запоминали туда, потом делали то, что нужно, все наши операции сложения вычитания, записывали в нулевую ячейку результат и потом возвращались к ранее сохраненному значению. Вот для этого процессору и нужна внутренняя память. Ну и теперь немножечко завершительное слово. Антон, нажми F11, пожалуйста. Ну ладно, хорошо. Я просто скажу, к чему я все это вел. Я немножечко скажу, что, знаете, вот эта штука принадлежит одному очень интересному ученому, его звали Джон фон Нейман. Он жил в 20 веке, ему также принадлежит преимущество в том, что он расшифровал коды шифровальной машины Enigma фашистской Германии, что очень сильно помогло в победе союзников в войне. И сейчас эта архитектура используется очень во многих процессорах, системах, компьютерах. Также я хочу сказать, что вот эти вот ленточные машины появились задолго до появления компьютеров. Это произошло еще в 18 веке. Некто Рене Жаккар изобрел станок, который получал на вход ленту. У него были специальные такие штучки, которые делали не что иное, как жаккардовую ткань. В зависимости от того, какая лента ему подавалась на вход, он по-разному переплетал нити и получал разные узоры на ткани. Это было в 1808 году. За это ему дали 3000 франков и поставили памятник в Париже, потому что он одел армию Наполеона. За это ему поставили памятник, а 3000 франков ему дали за то, что светские особы получили возможность получать ткани очень высокого качества. Так вот, и последнее, что я расскажу о процессорах. Знаете, это очень похоже на то, как работают наши внутренние процессоры в каждой клеточке тела. У нас есть молекула ДНК, которая движется в пространстве, а по ней движется некоторый процессор, который читает то, что на этой молекуле записано, и выводит это в виде состава белков. Это выглядит примерно точно так же. По ленте двигается процессор, он по ней двигается, а сзади него тянется шлейф из того, что он выводит. Он конструирует белки. Все? Я забыл сказать, у всех у вас есть бумага. Это интересно, это не простая бумага, это волшебная бумага. Все те программы, которые я здесь написал, также много других увлекательных программ, с помощью которых можно играть с детьми на самом деле. Вот. И вы можете найти на сайте веб-мануфакчера, который я в скорости, так сказать, до сайта у нас дело еще не дошло. Но я обязательно выложу все эти материалы в группу, и там же будут ссылки на разные виды программ. Текст программ я выложу прямо сейчас, в течение нескольких минут. Да, через запятую. Они очень простые, нажми F11, пожалуйста, Антон. Если на сайте, то они просто загружаются вот в это вот поле и как бы попадают на ленту. А если на бумаге, то вы сначала пишете на ленточку и потом играетесь с этим. Я покажу немножко, как это на бумаге немножко работает, чуть-чуть по-другому. А у меня есть
конкретный пример, вот, осьминога. Желательно вот уголочками это наклеивать на какую-то жесткую поверхность или бумагу, или что-то другое. А еще эти ленты можно между собой склеивать. Вот здесь есть вот там, где стрелочка, за эти места их можно склеивать между собой. Кроме того, есть картинки, которые вы можете распечатать. То есть вы можете вот такую картинку распечатать, размножить ее в множестве экземпляров, и у вас будет бесконечное количество лент. Да, можно писать длинные программы, можно долго там отлаживать их, радоваться этому. Так вот, здесь на ленте, здесь на бумаге есть красные полосочки рядом с окошками, да, вы все их видите. Так вот, если в этом месте сделать прорези, то сквозь них можно продевать ленту, видите? Вот примерно таким образом. Да, магия. Работает. Вот. А самое интересное, здесь немножко отличие. В центральной части тоже есть прорези. И здесь можно двигать бесцветные ленты. Это для удобства. Это чтобы не сидеть с карандашом все время, не стирать оттуда значения, не писать новое. Просто можно сделать очень длинную ленту и каждый раз ее двигать и получать пустой квадратик. Скоро, я думаю, что детям подобная штука будет интересна, и тем более мы обязательно напишем интересные задачи. Мы скоро попробуем это попрактиковать с детьми, и обязательно будут интересные всякие разные штуки. Все. Так, вопросы? А, можно вопрос? Да, конечно, можно. А я так понимаю, что процессоры бывают нескольких типов, да? Да. И ты, наверное, изложил какой-то один тип или общий? Да, я хотел сказать, в данном случае, вообще-то, на самом деле, ребята, я изложил процессор, вот архитектуру которого я взял вот откуда-то, вот из потолка, да? Вот, но на самом деле больше всего это похоже на RISC-процессоры. Существует две архитектуры процессоров, RISC и CISC. Вот это вот архитектура RISC-процессоров. Архитектура CISC-процессоров отличается более сложными командами. Для понимания это было бы не очень. Поэтому я решил использовать RISC-архитектуру. В RISC-архитектуре больше команд. То есть, например, в CISC вот эти две команды записывались бы одной строкой. Ну, в принципе, то же самое. Они работают практически так же. Они работают вот действительно практически так же. В реальных процессорах, я хочу сказать, вот этих кармашков, ну, штук так на 10 умножить, в 10 раз больше. И вот этих вот флагов, их тоже раз в 10 больше. А флаги имеются в виду как условия, еще какие-то есть условия, да? То есть там, да, есть еще условия. Есть, да? Условия четности, четное число или нечетное. Есть условия, скажем так, ошибка деления на букву О, как любят шутить программисты. Это когда делится что-то на ноль, выставляется флаг, называется флаг ошибки. То есть ошибка арифметической операции. Ну и существует еще несколько флагов, которые так или иначе отражают состояние процессора. Например, существует флаг, который говорит о том, был ли осуществлен переход по команде, была ли перемотка ленты или не было перемотки ленты. И самое важное, что в реальных процессорах еще существует такая штука, как стек. Ну, это не что иное, как еще одна лента памяти. Процессор, получается, отличается тем, что флаги вот эти, они заданы, их нельзя выбирать как программу? Конечно, нельзя, да, они заданы жестко, это железно, скажем так. Вот смотрите, тот город, который я вам показывал в начале, вот архитектура этого города, она не меняется никогда. По понятным причинам, потому что она жестко делается на фабрике методом фотолитографии. И, в общем-то, от этого никуда не денешься. Притом процессоры, у которых больше команд, важно понимать, они не делают что-то другое. Любой процессор, у которого есть 8 базовых команд, умеет все то же самое, что все остальные процессоры во Вселенной. Это называется полнота по Тьюрингу. Одна. 3 или 4 команды минимум необходимы. Чья-то стрелка, которая... Ты знаешь Тьюринг на 3 командах. Я знаю Тьюринг полный язык на 4, на 8 командах. Ну да, я не уверен, что полный... Значит, смотрите, что такое полный по Тьюрингу язык? Что называется полным по Тьюрингу языком? Полным по Тьюрингу языком называется язык, у которого есть команды перемещения,
То есть вот эта вот группа команд. Хотя бы одна. Это должна быть команда перемотки ленты И. Она должна быть. Это первое. И второе, хотя бы одно условие. Если есть условие и есть команда перемотки, этот язык считается полным потьюрингом. В данном случае я просто увеличил количество условий, там, чтобы не... Просто смотрите, если бы я уменьшил количество команд еще, то программа бы разрослась, ну, наверное, так до 40-50 команд. Пришлось бы одно и то же действие делать вот через вот такое вот длинное путешествие. Представьте, что если вместо вычитания у нас было только сложение. Вот, например, вчера у нас была проблема. Обратите внимание, у нас не было команд МА и АМ. У нас нельзя было осуществить вот такую махинацию. И аккумулятор работал только с регистром Т. То есть были только команды ТА и АТ. И, соответственно, вот эта программа у нас была сколько? 32, да? И то там были с ней моменты. Я сегодня отлаживал там, да. Там были проблемы с ней. Вот. В итоге, то есть... Мы остановились на том, что нам проще стало добавить эти команды. Я думаю, что для понимания это ничего сильно для вас не нарушило. Сколько сейчас всего команд в вашей машине? Сейчас, ну давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 команд, и все они условные. Я считаю, вот это вот добавление, которое можно приписывать каждой команде, не обязательно ее приписывать к JI или к JM, это можно к любой другой команде приписать. Это вот особенность риск процессоров, вот эти вот добавки. Какие отличия у риски CISC архитектуры есть, кроме количества набора команд? Ну, на самом деле, большинство аспектов упираются в аппаратную реализацию всего этого. Скажем так, там есть особенности работы со стеком, есть особенности набора регистров. Скажем так, они просто немножко отличаются количеством вот этих вот всех вещей. Они скорее ближайшие родственники, чем... Большой разницы между ними нету. Ну, может быть, я чего-то не упомню так навскидку, но почитайте. Скорость работы процессора какая? И, собственно говоря, второй вопрос. Данного процессора. В данном процессоре скорость работы одна команда в одну секунду. Здесь стоит сет-тайм-аут, который преуменьшать нельзя. Если мы будем слишком быстро кликать, он будет не успевать обрабатывать, будет наложение событий. Одна команда в секунду, 1 Гц. А настоящие процессоры, смотрите, если этот процессор у нас работал со скоростью 1 Гц, то есть одна команда в секунду, то настоящие работают со скоростью 1 ГГц. То есть это 10 в 9 степени, правильно? Да, то есть это получается 1 миллиардная секунды. То есть одна команда в 1 миллиардную секунду выполняется. Процессор щелкает. То есть миллиард команд в секунду может выполнять процессор. Что-что? Ну да, на самом деле логика работы процессора, вообще современных процессоров, она, конечно, гораздо более сложна. У процессора существует такая штука, как блок предсказания. Процессор предсказывать, что сейчас вот будет команда jump где-то, вот она обязательно там будет, я помню, на прошлом цикле она была. И он готовится к этому, он таким образом увеличивает свою производительность. Кэш. Кэш — это просто дополнительные ленты, которые есть у процессора, грубо говоря. Больше разных памяти. Больше разных памятей, да. На самом деле обычно процессор оперирует разными памятями. Я хочу сказать, что есть еще микроконтроллеры. Это тоже интересная штука, это вот если бы мы сюда вниз еще одну ленту входную добавили, вот, и еще пару регистров, которые бы были связаны с этой лентой, вот, то мы бы получили микроконтроллер. Только вот эта лента, она бы была подсоединена к чему-то реальному, там, какой-нибудь скороварке или там какому-нибудь светодиоду или еще к чему-нибудь такому. Это интересно сделать сами, слышишь?
И сделаем обязательно. Конечно. Это можно выключать. Ну, на самом деле это можно сделать очень просто путем перемещения ленты. Будет красненький квадратик или желтенький квадратик или беленький квадратик, да? Человека, который будет кофемашину включать в зависимости от квадратика. Можно на Arduino написать фотодатчик, который будет мерять цвет, да? Хорошо. Какие-то еще будут вопросы? Давайте проведем социологическое исследование. Курс по ассемблеру читают в университете там полгода, год. И обычно никто не въезжает в конце курса. Сколько людей считают, что они поняли и готовы, может, с маленькой... Ну, готовы вот по этому листику, написав простенькую программу, сделать хоть что-нибудь? Сколько людей? Сколько людей вот не поняли ни черта? Неплохо. Сколько людей считают, что им надо еще столько же времени, чтобы смочь? То есть, ну, у нас, да, у нас есть какой-то процент, который готов писать программы на ассемблере немедленно. Я считаю, что это большой успех. Девочка за 15 минут обучает ассемблеру. За 3 месяца JavaScript. Да. Окей, спасибо всем огромное, да. Спасибо, ребят.